С первыми снегопадами в города потянулись лесные хищники. Не так давно в Мегионе заметили лису. А минувшей ночью в Нижневартовске дикое животное неспешно прогуливалось возле жилых домов практически в центре города. За несколько часов до этого прошел первый снег, и лесную гостью было отчетливо видно на запорошенном газоне. Рыжую лисицу увидели из окна и успели заснять горожане. По словам сотрудников службы ветеринарного надзора, звери тянутся к людям по двум причинам – из-за наступления холодов или болезни. Это связано с тем, что животные выходят за кормовой базой перед зимовкой, так как им стоит набрать жир, чтобы пережить холода. Двоякая ситуация. Вроде охота помочь, а с другой стороны заболеть таким заболеванием, которое неизлечимо, это тоже опасно. Поэтому все-таки я считаю, что детям нужно объяснять и рассказывать, что таким животным не подходить, не гладить, не контактировать, не снимать.